Спасибо большое. Это зачем ты сделал такую рубрику, что выгоняешь наркоманов Петровича? А их никто не заставляет играть в эту рубрику. Если вы выиграете, вы в конце получите мой мерч, который я же вам отправлю. Болка стоит там 1000 с чем-то, рюкзак стоит там почти 3000. Они соглашаются и сами участвуют. Знают, если они проиграют, они вылетают из команды. Я их выгоняю, это они. Это то же самое, что рулетка в конце. Наркоманы Петровича знают, если они проиграют во все игры, займут последнее место, они вылетают из команды. Осознанно идут на этот шаг. И я такой плохой, который их выгоняет. Они сами соглашаются на это. Слушайте, ну если я проиграю в игре кальмаров, я тогда не буду больше записывать ролики, все. Если я проиграю, я реально все. Я отдам канал, и ролики будут наркоманы Петровича записывать. Я не знаю, ну типа, это игра кальмаров. Жесткие правила.